Соблюдение правил дорожного движения – обязанность не только водителей, но и пешеходов. Но, к сожалению, не все их соблюдают, что в результате влечет за собой трагические последствия. Так, за прошедшую неделю на дагестанских дорогах в ДТП погибли 10 человек, сообщили Госавтоинспекции Республики. За этот период зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых, кроме погибших, 38 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 5 детей. В связи с этим ОГИБДД МВД по Дагестану призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.